берег ОПМ, берег Акустерии, пиратский бассейн, также помощник Академии. Ну вот скажите, создали первенство, проводите уже здесь третий раз. Вот по проведению турнира, вот именно почему создали? Во-первых, это было вообще-то решение Федерации Центрального Федерального округа. Но мне кажется, почему судьи? Потому что в первую очередь здесь созданы прекрасные условия, здесь есть прекрасные гостиничные комплексы, которые позволяют вместить всех желающих этих в этой первенстве, дали участие регулярное количество, более 650 детей, а также надо участвовать с ними приехали родители, тренеры, официальные лица, судьи, то есть проведение такого масштабного мероприятия со структурой. И я хочу отметить, что, в принципе, мне удалось побеседовать с участниками, с родителями, с официальными лицами. Все остались очень довольны. Но это случайно, потому что, в принципе, здесь, на Владимирской земле, существуют хорошие шахматные традиции. Более особенно хочется отметить, что этот год Международной шахматной федерации ФИДЕ 2013 год объявлен годом третьей чемпионки мира Елизаветы Быковой, которая является уроженкой Суздальского района Владимирской области. Для нас это тем более приятно. То есть в Владимирской области этот вид спорта, можно сказать, имеет давние, хорошие, глубокие корни и традиции. Спасибо. Удачи вам.